Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня есть просто-таки великолепная новость. Почему великолепная? Потому что я просто обожаю халяву, я думаю, ровно как и вы. В чем заключается халява? Открылся новый ивентик буквально на 5 дней, и, ребят, нам надо поторапливаться. Почему поторапливаться? Потому что на кону у нас Шкода Т45. Я бы сказал, что танчик довольно неплохой, но самое... Что в нем хорошее, это то, что этот танчик можно получить абсолютно бесплатно. Что такое Шкода Т45? Это тяжелый танк, недавно его... пару месяцев назад его выставляли на продажу. Я, честно говоря, себе его не покупал. Ну, просто не имел тогда такой возможности. Хотя сам танчик мне приглянулся. Не знаю почему. Он довольно-таки прикольный. Итак, ребят, давайте разбираться. 7 уровень, тяжелый танк, как обычно, зацениваем орудие. И даст бог, если я его себе открою, обязательно заценим, что он собой представляет непосредственно в бою. Я надеюсь, что и каждый из вас его сможет и успеет себе открыть. Что имеет орудие? Орудие имеет для 7 уровня довольно неплохой ДПМ в 2227 единиц. Согласитесь, это неплохо. Время перезарядки неполных 6 секунд. Это вообще просто чума. 175 мм пробития для семерки. Я бы не сказал, что это фонтан, но согласитесь, это тоже в принципе неплохо. Кумулятивными голдой 243 единицы. Прошиваешь, в принципе, всех, кого не лень. Я бы сказал, что это тоже довольно-таки имбово и прикольно. Средний урон всего лишь вроде бы 210 единиц. Но, ребят, вы накидываете по 210 единиц каждые 6 секунд неполных. Это тоже довольно прикольно, согласитесь. То есть, по сути, вы за минуту боя можете сделать 10 шотов. 10 шотов по 210 средней альфы, того получается 2100 единиц. Ну, короче, ребят, я бы сказал, что, ну, довольно-таки неплохо, согласитесь, как по орудию. Время сведения, ну, я бы сказал, что оставляет желать лучшего, хотя бы исходя просто из цифр. Но, опять-таки, как оно будет играться в бою, это сможем мы оценить только непосредственно в самом замесе. Я очень надеюсь, что я до него доберусь. Углы, вертикальные наводки. Да, безусловно, там верхние не зацениваем, зацениваем нижние, вниз минус 7. Я не знаю, честно говоря, насколько это много или мало конкретно для данной машины, потому что у одного танка может быть минус 6, и вам в бою нет дискомфорта от того, что минус 6, а может быть минус 10, а дискомфорт просто ужасный, потому что толку от этого угла склонения просто-таки нет. Итак, ребят, давайте теперь возьмем с вами и попытаемся аккуратненько подсчитать быстренько, чего нам стоит сделать для того, чтобы получить данную машинку в пределах этого ивента. Итак, что мы делаем? Мы открываем с вами информацию о том, что необходимо делать, и в принципе видим здесь кратенько следующее. Вы должны сделать победы. За каждую победу, если я правильно понимаю, будут давать по 5 единиц и плюс еще по 2 за каждые 6 купонов. Итого за 5 дней 6 купонов, но того получается 30, и 30 умноженное на 2, нет, неправильно, 6. Ладно, хорошо, фиг с ними, давайте без купонов просто посчитаем, даже просто по пятерке. Здесь мы имеем 20, 25, 30, того здесь 50, и здесь еще 60, 110, ну и плюс еще 40, будет получается 150, и здесь 75, получается 225 пряников нам необходимо собрать. 225 пряников, да на 5 дней разделить, да разделить еще на 5 пряников за каждую победу. Короче говоря, ребят, если я правильно посчитал, то даже просто без вот этих купонов вам необходимо за 5 дней сделать 45 побед. Но в целом, если разделить 45 на 5, как мне память не изменяет, 9 побед в день. Короче говоря, ребят, делаем по 10 побед каждый день и однозначно получаем себе Шкоду Т45. Я лично буду к этому стремиться и буду все делать для того, чтобы эту машинку себе заиметь абсолютно бесплатно. Что же касается второго прикольчика, который закинули тоже на 5 дней, я, честно говоря, не совсем понимаю прикола, потому что, ну, получается, первое, что необходимо сделать, это выполнить задание победить один обычный бой на Шкоде Т45. То есть, по определению, танчик должен у вас уже быть. Ну, типа, купите себе его, наверное, за голду, да, там, и не мучайтесь прохождением ивента. Я пробежался по всем вот этим вот вещам, которые дают, да, то есть, ну, вот получается, выполняй. Ребят, на финише, когда вы доходите, получи 2 знака классности мастер для того, чтобы получить вот эту вот хрень. По-другому я назвать не могу. Но, ребят, получать, честно говоря, вот такой вот великолепный аватарчик путем того, чтобы выполнить там ряд задач, которые
некоторые меня вообще, честно говоря, смущают, особенно с вот этим вот последним заданием в виде получения мастера. Но там вроде бы не написано по поводу того, что надо делать это все на 45-ке, но даже если не на 45-ке, то есть, ну давайте еще раз, здесь на 45-ке, здесь у нас просто, да, там от балды не на 45-ку, здесь от балды тоже не на 45-ку, но, короче говоря... Мастера, ну да, вот получается с 4 по 10 уровень, то есть не указано на ком конкретно. Короче, я, честно говоря, прикола не совсем понял, зачем столько мучиться для того, чтобы в итоге получить аватар. Кто это будет делать, не знаю, если есть желающие и те, кто будут пытаться это сделать, напишите в комментариях, я вам буду несказанно благодарен за то, что поделитесь информацией. Ну и что еще здесь насыпали разработчики? Они насыпали, в принципе, ну такое себе, да, там 2 дня према, окей, хорошо. Самые там дешманские бустеры на опыт экипажа, самые дешманские бустеры на опыт самого танка и самые дешманские бустеры на опыт универсальный, да, то есть свободка. Короче говоря, то есть, ну, непонятно. Вот эти вот товарищи у нас, смотрим. Это получается на любые танки. Ну, здесь уже неплохо. То есть, X5 10 раз, ну, довольно-таки неплохо. То есть, короче говоря, из вот этого вот всего, для меня самое ценное, наверное, будет все-таки вот эти вот X5. Все остальное меня интересует мало. Короче говоря, ребят, давайте хватаемся за наши любимые танки. У каждого они свои. Ринулись в бой, зарабатываем Шкоду Т-45, ну а потом посмотрим, как Т-45 заполонит рандом на своем 7 уровне. Я думаю, что прикольчик будет довольно-таки неплохой. Думаю, танчиков будет довольно-таки много, потому что, в принципе, выполнить этот ивент может и для кого-то составит труда, но я не думаю, что прям настолько, что будет крайне малое количество людей, которые смогут это сделать. Единственное, что я сейчас еще не посмотрел... Ну, да, окей, если я правильно все понимаю, ребят, поправьте меня, ограничения по количеству побед в день нет. То есть, в принципе, если у вас есть огромное количество свободного времени, то можно, в принципе, и в один день вложиться для того, чтобы открыть себе Т-45-ку. Если я хоть в чем-нибудь ошибся, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, прокомментируйте, я думаю, эта информация будет полезной для всех. Ну и в конце концов, давайте посмотрим, если вот так вот прям смотреть 9 косарей, хотят сразу за эту Шкоду. Я так понимаю, что если прям до конца допотеть не получится, приблизительно здесь где-то там находится серединка, то есть в районе где-то 3-4 тысяч голды можно будет доплатить для того, чтобы получить эту семерку. Возможно, это будет и правильно, если вы будете прям совсем по каким-то причинам не успевать. На данный момент у меня все. Я желаю всем успехов, я желаю всем получить халявный тяжелый танчик 7 уровня и встретимся с вами непосредственно в замесах на полученной халявной машине. Всех благ, всего хорошего, до встречи в рандоме, мира вам и спокойствия.